Порядка полутора сотен площадок, тысячи экспонатов. Здесь можно не только посмотреть на иконы и пасхальные символы, но и приобрести их, прямо не отходя от кассы. Люди могут обменяться своей пасхальной радостью, посмотреть, посетить интересные выставки, посетить стенды различных организаций. Здесь мы видим замечательные книги, замечательные детские подделки. Казачьи игры, украшения с христианской символикой, мед, квас и церковные свечи. Но главное, ради чего верующим стоит посетить выставку – икона Ташлинской Божьей Матери. Она укрепляла и помогала, и утешала людям в годы безбожной власти. Ну и сейчас она, конечно, нас не оставляет своей милостью. Пасхальная выставка-ярмарка пробудет в Экспо-Волге до 19 апреля. Алина Чемерис, Константин Головин, «События».